Эксцентриссимо. Не успел Дональд Трамп стать президентом, как отправился в отпуск. Гольф-клуб в Нью-Джерси – хорошее место на время летнего ремонта в Белом доме. Было бы от чего отдыхать, говорят американцы. Пока Дональд был еще на работе, он уже отлучался в частный гольф-клуб во Флориде. Настолько часто, что доходы клуба выросли в два раза. Забыл, видимо, свою предвыборную кампанию. На каждом углу твердил, что будет работать для людей и не станет отлучаться для игры в гольф. Но все же совесть где-то есть, может быть, у политтехнологов. Так что Трамп пытается показать, что он мысленно хотя бы с народом. Пресс-конференции возле поля для гольфа – постоянная практика. Практически вооружившись клюшкой, президент делает жесткие заявления в адрес воинственной Северной Кореи. Там главный, наверное, улыбается, просматривая сюжеты американского ТВ. Что ж, по крайней мере, клюшка не башмак. Может быть, и напугает кого. Эксцентриссимо.